Стартует тогда. Название логотипа в корейском тогда говорил. Здорово, здорово. Да, говорю просто по-корейски. Что ты там ешь? Корейскую еду? Привет. Ребят, первую игру доставочек, потом уже доставочки. Я не уверен, что это сейчас корейский был. Че, извиняюсь, что забитым ртом говорю. Всем приятно. Блин, тоже хочу бутер. Бегу после этой партии за бутером, а то я не завтракала. Так, Жозе. Удобно Нику у Жози, потому что его могут спутать со мной. Ой. Авдеич при мне убила на оружейке. Финаргот, кстати, мирный 100%. Вот до конца игры Финаргот мирный. Что? В смысле я при тебе убила? Это ты при мне убил? А, я... Оскара! Это все потому, что у нее не розовый цвет. Возможно. Настя, то есть ты говоришь, что он при тебе убил, да? Да, Дин, я же от тебя только что отошел. Андреич, я не понял, почему вот ты Кастанию убил? Он спустился как раз снизу. Он же розовый. Вверх, а я от него убежал. И убил. Ага. Я просто шла направо. Получается, артист, ну это зашквар. Хулиган, получается. Какой нет, смысл? Ты... Хорошо, он спустился. Так что, артиста надо в размен кикать, Андреич? А кто голосовал в артиста? Скажите, конечно, пожалуйста. Конечно, надо. А кто голосовал в артиста? Я. Честно? Пожалуйста, артиста выведите! А, не-не, я Авдеич голосовал, Авдеич. Откат, сори. Угу. Чатик, так, сейчас я сделаю немножко потише от модем. Пам-пам. Ну вы помните, да, когда человек не признается, значит там как раз два мафа были. Пам-пам-пам-парам-пам. Блин, чат, я прям чувствую, как у меня сухие руки. Они как ветки деревьев. Это пипец. Ладно, артиста выводим. Да за что? Зачем? Золотое правило разве? Человек признался тем, что она убила. Ну. Артисты, ну, прыгал как... вентиляцию? А, в этом раунде нет, в том было дело, да. Он мирный. Все. Мага, ты правда хотел его вывести? Нет, все, посмотреть, кто будет голосовать. Жалко, что нельзя вернуть Авдеича, чтобы кикнуть ее еще раз, да? А кого мы кикаем? Кого мы кикаем? Тебя. Авдеич. Да хотели вроде как артиста, потом передумали. Я думаю над теорией, а что если Авдеич не убила Биста, хотя он ее украл из света, потому что Бист ее напарник, и она не может его убить. Ты меня раскусил. Ну, скорее всего, да. Авдеич, это правда? Давайте свяжемся с духами. Нормально голоса разбросались. Авдеич, give me сосай, Авдеич. Я в Джози голосовала. Я тоже. Так вот, чат, я сниму... Когда, когда я сниму гипс, я так обмажусь кремом. Я так обмажусь кремом, просто как сучка. Чисто такое семейство бегает. Наргот. До сторисы записать. Интересно, Асмодей решил, что я прыгала из полыньи или нет? Димка. Так, надо задание делать, что-то я позабыла про это. Жозе без баш. Ё-моё, куча заданий. Мне охота делать задания, ребят. Сделайте, пожалуйста, кто-нибудь за меня задание. Ребят, ну кому не лень. Мага-артист. Жозе. Кто может за меня задание сделать, ребят? Это как домашку, знаете? Дайте списать задание, плиз. Инартист. А чё всё так мирно, тихо? Уютно как-то. Кто не умирает? Без баш. Артист. И... Хоба! Нет. О, наконец-то что-то произошло. Наконец-то что-то произошло. Без Джози. Может, кого-то где-то убили? Пойду на админки посмотрю.
где труп шальной завалял. Ох, рано встает охрана. О, на камерах труп, да? А, нет, на камерах кое-что получше. Угу. Хорошо, хорошо. Итак. Внимание, время запроса. Свечу вам фонарем в лицо, господа... Это вообще есть в игре? Господа Жози и Бист. Расскажите, пожалуйста, в каком порядке вы заходили в метадсек? А кто первый отвечает, госпожа ведущая? Кто первый отвечает, госпожа Диновлин? Ну, Жози, давай ты. Можно я? Давай. В самом начале раунда. Ой, нет, это я захожу, а Джози такой хитро выбегает. Я возвращаюсь вниз, а он за мной побежал. Да? Я испугался, но ты прибежала, да. Да, а ты имеешь в виду в конце раунда? Ну, вот сейчас, ну, когда я к вам пришла, вы вдвоем были в метацеле. Мне кажется, Бист первый. Бист тёрся. В смысле, тебе кажется, ты либо зашел и там был Бист, либо он зашел и ты был. А какая разница, убийств-то нету? У нас была Дина, я забегаю в медицинку, пересекаюсь с Джози именно, я захожу, он выходит. Я начинаю идти вниз, а он за мной начал зачем-то идти. Ну понятно, это Джози. Он хотел меня убить, получается. По админке был прыжок из камер в метадсек. Был прыжок, я прихожу, и там вы вдвоем. Давай ты не будешь меня выводить. Я не буду мешать вам делать квесты. Давай так. Начался торг. Просто вскид. Торг. Дайте поиграть. Прости, Жози, прости. Ты был слишком мирным трейдером. Такой, я не помню, кто из нас первый зашел. Ты не был трейдером. Я понял, что это Асмодея Бист. Это не Джози? Я повесила невинного? Я что, Финаргот? Да почему Джози не сказал, что, блин, что он пришел и Бист уже там был? Ну, на самом деле магу можем выводить. Я сделал хилл, Дину убили. Ты еще сейчас пытался за мной так бегать. Смотрите, просто... Дину только что убили, алло. Это не важно. По тому моменту, когда Дина говорит, были винты, на админке стоял я, Асмодей, Безбаш, Бист. То есть это точно не один из нас четверых. Мага не делал винты. Я не знаю, где был артист. Финаргот, кого ты хочешь обвинить? Артист вывел Авдеич, поэтому я в магу. Да, как ты можешь меня голосовать, когда мы вместе с тобой были в упоре? Нет, в смысле? Я сказала, что это либо Джози, либо Бист. Они вдвоем были. Ты только сейчас ко мне. Что происходит? Не, Финаргот. Смотри, если ты сейчас не прасываешь, я бы... Это информация стерта? Ты мог сделать рядом с кнопкой Q на Дине. Как вариант. А, только что. И артист может подтвердить то, что я кил никак сделать не мог. В этом раунде я с ним сейчас только встретился в хранилище, до этого убил Безжо. А прошлый раунд, он весь прошлый раунд, абсолютно весь, он от меня не отходил, он ходил сзади меня. Я от него убегал. Так что в прошлом раунде киллов не было? Нет, я имею в виду, что винтов не было от него. Короче, Финаргот, смотри, артист, если ты уверен, что один из нас вывел, но если ты уверен, что... Авдеич точно трейдер. Да, точно трейдер, смотрите. Если вы сейчас выводите меня, то можете потом вывести Финаргота. Я весь раунд пробегал с Финарготом, и если он так сбросил, просто бросил, это только его вина. Я бегал весь раунд со мной. Я весь раунд пробегал с тобой, весь раунд, вот именно в конце. А может еще артиста на всякий случай выкинуть? В конце мы были вместе. Я думаю, что это может быть и без баш, вы не зря про него забываете. Типа парочка, например. Меня вот только что убили, все мои показания уже забыты. Это просто попробуем. Ладно, болезнь за мирно. Мы не будем единственные слова вспоминать, и между Бистом и этим, и Джози выгонять. То есть мы Биста не будем выгонять? Я стоял вообще в другом месте, когда а смотри, что артисты скипнул, я без тапа. Когда была вентиляция, меня не было. Блять, да надо было скипнуть, сейчас поставить. Выиграем и все. Че? Да, мы по кусты делали. Все, кого остались? Призраки, делайте кусты. И без такой, да, там, когда была вентиляция, меня не было. Как это произошло? Почему вся память стерлась? Сейчас я доделаю так, вот эту электричку, загрузку,
и сделаю себе бутер, ребята. Так, у меня все выполнено, да? Все, я отошла за бутером. Скоро вернусь. Блять, я видел. Короче, я могу отойти недалеко от около камер, я. Это бист, либо без баш. Это артист, скорее всего. Ты совсем. Ладно, короче, без баш. Ну, ты либо мирный глупый, но либо ты просто трейдер, но который всю жрут, и у тебя единственное. Кто был? Я кого-то видел. Я перед репотом, я на пикселе, кто-то темный был. Слева на. Я вообще думал, это я нажал на репорт. Асмодей шел с админки. Да. Артист, ты мог просто выслушать мою точку зрения, не мог, например, почему ты, я думаю, что... Ты говоришь глупости, я не буду слушать. А, ну окей. Вот. Короче, я чиню электричество вместе с Финном. Финаргот убегает, я дочиню электричество, появляется артист в электрике, и закрываются двери. Просто после этого репортится труп. Поэтому я думаю, что это артист. Возможно. Я пришел от Асмодея! Возможно, я видел сверху. А где ты артист наконец хода был, подскажи. А, в электрике. В электрике я, он ладно, я видел его за отвитыми дверями, если что. Да. Ну, я не знаю. Я смотрел на админке, на админке было два человека в электрике все это время. Я пришел в электрику, смотрю, там только без баш. А собираюсь выходить, дверь закрыта. И бист репортит. Я на камерах был, смотри, а что было на камерах? Я на камерах видел, как артист пошел в админку. Это правда. Смотрите, человек, скорее всего, тот убил тот, кто был на камерах, потому что человек стоял на камерах, после чего спустился в нижний двигатель. Ребят, если труп в нижнем двигателе, это скорее либо безваж, который убил и пошел починил, но я это менее рассматриваю, потому что он весь раунд стоял в электрике. Либо тот, кто стоял на камерах, но соответственно, это бист. Блин, сложно. Я думаю, это артист, я хз. Я не могу... Артист, который вывел Авдеевич? Но это очень, типа, я в биста, вы считаете меня мирным? Я вывел вам трейдера, может, проголосуйте, пожалуйста, биста. Может, поскипаем, да? Не скипайте, приголосуйте биста. Я в артиста. Блин, ну, конечно, да, ну ладно. Бля, на самом деле я вообще не понимаю, что вы думали. Это просто. Меня еще каким-то чудом кикнули. У вас артист вывел Авдеич, у вас 4 человека. Я сказал, ребята, что как вас? У вас Дина говорил, сказала, да. Джози, ребята, я сказал, это Джози или Бист. Ну, я это говорил, мне не захотели верить. А вообще-то, Дин, я никакие винты не юзал, кстати, если что. Да? Ну, там было прям перемещение. Камеры, одновременно, а значит, в этот момент кто-то зашел. Да, значит, так совпало. Ну, видишь? Совпало? Не повезло. Не повезло. Не зашел Джози. Сори, я не обратил внимания, я вижу, я захожу с тобой. Получается, я раскусил по первому ходу. А что там по пизду? Было верить своим ощущениям. Не убили, значит, он трейдер. Ну, логично, типа, она тебя сразу замаслила за цвет. Да не, я в топу пошел. Я спрятался. Ну или она на похуй, знаешь, врезалась бы. Джози, прости, что мы тебя повесили. Не, просто кашу. Вообще, ноль негатива. Я смотрю, я трейдер, надо убить быстрее. Ну что, я стартую? Кажется, да. Наверное. Блин, кто забрал мой красный цвет? Я. Оливка, привет. Ребят, спасибо за пожелание, приятного. Да, сделайте, пожалуйста, ставочку, прогнозе. Кто победит, мирные или предатели? Вливаемся в прогнозичи. А вам слышно так, как я все это вот пережевываю? Света нет. Я не хочу умирать. Хотела спрятаться наверху в столовке. Ребят,
Дина только что при мне решил без баша зарезать. Да, я не знаю, может, она не видела, может, еще что-то. А где зарезали? Где зарезали? На Ноу 2, там, где листочки сбрасывают. Короче, надо. Рассказываю. Я подхожу, и Дина прям на трупе стоит. Да, да, рассказывай. Без баша. В общем, спускаюсь я такая из оружейной, захожу в Во-2, и там Джози такой растерянный, туда-сюда ножками тык-тык, такой, блин, да, что да, делать? Да, да, да. У меня вопрос. А почему ты не зарепортил? Секундочку. Я не зарепортил. Вопрос. Кто пришел, Джози или Дина, кто пришел? Я пришла, я спустилась сверху из оружейной, вошла на два. Вы слышите, он даже ржет. Ливкастик, что? Почему я не зарепортила, не успела. Дина пришла, Дина пришла, и она... Да, ты да, Джози, был. Джози, преступник. Да. Дина до меня пришла. Смотрите, смотрите, мы видим просто. Ну, либо это... Не, не надо никуда... Если вы сейчас меня сберете руки, потом вы Дину выводите. Не надо никуда Дину выводить. Дину точно будем выводить. Дина второй трейдер, походу. Ой, Дина, Финаргот. Да никуда я не пойду, я как артист мирная. Если Дина трейдер, то с ней Ливкастер, который сказал, что она позже пришла, чем Джози. Нет. Смотрите, за Дину три человека проголосовало. Кто за меня голосовал? Кто-кто? Норм. Ребята, пох, меня даже не вздернули. Мне кажется, звучало убедительно. Жозеф, прости. Блин, на самом деле так смешно, когда ты застукиваешь на месте преступления. Человечка. Хорош. Оп, секунду. А, мы выкинули. Ну, я уже подумал, еще кого-то замаслили. Смотрите, я хотел бы, это, если так, можно, слово. Я, когда стартанул раунд, я видел, как, по мне показалось, красный убегает первым, а за ним убегает синий в правую сторону. Я такой думаю, о, артист убежал вправо. Потом я артиста увидел на админке, а Дина в этот момент офкашила. Поэтому, по теории Дины, все сходится. Она бежала сверху, увидела Джози, как он там что-то где-то бегает, и... Соответственно, но... он зарепортил. Там не сход... Смотри, смотри. Ты... Там просто такой, смотрите, я хочу единственное сказать. Зарепортил Джози. Света да, не было, свет включился. Ой, нет, свет быстро включился. У трейтера как раз таки ребятушки, да давайте позже, кто в меня и голосовал? Он не может заметить, что врубили. Вот все. Кто в меня голосовал? Я не голосовал в Дину, я сказал, что Дину мы в баланс выводим. Так, давайте раз, скажем просто, кто в меня голосовал? Я в прошлом раунде на префайре стоял на электричестве и починил. Кто в меня голосовал? Я. И я буду голосовать. Не, это его оправдывает в том плане, потому Дина что он мог убить бы так, меня. Окей, Дима, Джози, а кто третий? Финаргот. Нет, он говорит, что не голосовал меня. Я голосовал в Джози. Вот, кто третий в меня голосовал, кроме Биста и Джози? Третий трейтер, второй трейтер. Я говорю, Финаргот починил первым свет, и потом, если бы он был трейтером, он бы, скорее всего, меня убил на электричестве. Потому что нет, это так не работает, маг. Нет, потому что так не работает. Нет, я скорее убил бы артиста, который в хранилище был. Получается, что Бист не трейтер, потому что он признался, что голосовал, а третий человек не признался. Ну да, так и есть. Да, я не трейтер, это 100% инфа, верняк, не кикайте меня. Дина не трейтер, ты понимаешь? Джози говорит, что он пришел, а я по камерам вижу, как Дина пришла, и он репортит труп. Угу. То есть это не может быть Дина, если Джози врет. Да, то есть Ливкастер, Бист и я, мы мирные. Ну что, Биста я не уверен? Нет, я точно мирный. Поверь Дине. По предыдущему раунду. Поверь Дине. Ну логично, если есть три человека, голосовавших из них два трейтера, и Бист признается, а третий не признается, значит третий тоже трейтер. Логично? Логично. Ну, в смысле, что первый это Джози, второй это мирный Бист, который голосовал, а третий это трейтер, который не признается. Понимаете? Так, я проверю Асму. Живчик ли он? Опа, доктор Кло! Доктор Кло уже 33 месяца с нами, спасибо огромное. И с третьим уровнем подписки. Чат, покуряешься как следует. Магистр блинного отряда. Спасибо огромное, доктор. Опа, и труп нашел. А, были винты. Короче. Где труп? О. Он мертв. Короче. А, ну. Сначала бежит мага, потом за ним бежит Финн. Потом долго света нету, я такой думаю, а чё света нету, тыгыдык, бегу туда. Но... Прокладываю сразу репорт, знаю, что там будет. Мы с Финном добежали до электричества, я побежал на проводных хранилищ. Нет, до электричества вы не добежали. Ну, не добежали, имеется в виду до самой комнаты. Я думаю, что он врет, потому что там были винты из этого, из меда в электрику. Так второй трейтер, да, что ли, я не понял? Не, первый трейтер Джози. У тебя без всего один трейтер остался. Джози. Кто на камерах стоял? Кто? Бисты? Трейтер.
Нет, Вася, давайте начнем с того, что как минимум я краснял Финдергота, говорю, что он, скорее всего, мирный, его теперь убили. Не, не, нет, смотрите, он бы убивать его. Понимаете, в чем фишка? Давайте мы так просто... Так ты побежал, как... буквально за собой пошел. Мы можем немножко по-другому. Если действительно Авдеич дефает B5 скилла, который это, ну, не сделал не он. Дина Ливкастер, Ливкастер друг за друга, то есть вывели трейтера. Остается я и Асмодей. Я нахожусь в навигации, кто-то на камерах должен был это видеть, где находился Асмодей. Авдеич, стою на административке. Мы можем просто делать задание, потому что у нас один трейтер остался. Это правда, Авдеич, ты подтверждаешь? Честно, я не могу подтверждать, потому что... Я стою с тобой в одной текстуре, мимо нас пробегал еще артист, по-моему. Я видел, как пошел 5-скилл, потом Финн пошел чинить. Подожди, а где труп? Бист, Бист, не доходя до электро. Бист, я тебе сказал, что было, и тебе здесь говорит, что были винты. Кто-то ошибается, либо два трейтера у нас, либо кто-то в ком-то ошибается. Ну хорошо, тогда давайте вопрос, кто был в меде, вот буквально недавно. Кто был в меде? Авдеич говорит, что это не мага. Никто в меди, как видишь, не был. А почему это не мага, если Авдеич была на админке со смодей? А, за меня, кстати, кто? Из-за Бисты, кто проголосовал? У нас винты были. Меня, Бисты, кто проголосовал? Я проголосовал. А, понял. Так, ладно, сейчас у нас в любом случае семеро, сейчас мы понаблюдаем. Ну, помним, что я, Бист, Левкастер, мирные. Из остальных кто-то есть. Тин-тин-тин-тирин. Так, мага. Так, ас. Блин, не хочу оставаться с ним. А залью, пожалуй, бензин. Так сказать, канистрочку для ранглера. Пырым-пам-пам, Бисту мы доверяем, поэтому при нем спокойно останемся. Блин, ребят, интересно, в каком состоянии будет рука после снятия гипса? То есть, насколько она будет рукастая? Могу ли я спокойно держать предметы, писать и т.д.? Судя по отзывам, там палец почти не рабочий будет сначала. Так, Асмодеич. Вставляю их вдвоем. Я доделаю свое темное дельце. Так, камера еще работает. Где? Хорошо. Возле канистры. Авдейка передо мной побежала, я думаю, что-то она свет не делает, побежал вниз на репортик. Назад. Смотрите, по камерам. Асмодей танцевал возле админки, Бист танцевал возле меда, Дина выходила с навигации и пошла вниз на хранилище, соответственно, возможно, в сторону хранилища, точнее, на щиты в сторону хранилища. Мага непонятно где ходит, Левкастер был на камере. Я скачиваю файл рядом с камерой, где чинить. Мне кажется, что у первого раунда Дина размен, а сейчас предпоследний раунд мага. Мне кажется, это просто мага остался один и все. Я по тому раунду это мага выходил и по этому раунду. Я говорю, что я нахожусь рядом с камерами и скачиваю файлы, о чем вы говорите. Скачиваешь файлы рядом с камерами? Да. Только тебя должен был видеть. Ну, рядом с камерами это имеется в виду не слева, не слева, а где чинить камеры надо, когда связь вырубает. Там есть рядом скачка файлов. Сверху он имеет. Не снизу. На связи. Я понял. Смотри, ты, короче, бежал мимо канистры, убил... Не, смотри. По твоей же логике, если был бы трейтером, я не говорил, чтобы я бы там находился. Ой, это типичная маговая фраза. Слушай, за трейтера. Я с тобой согласен, поэтому проголосую. Ну смотри, у нас точно мирные, там, я Бист, Левкастер. Ладно, это... Артист по камерам, я слежу. Сидит, просто бегает, как мангуст, туда-сюда стрейфится на Дине. Фигни вообще. Свет офается, она туда-сюда бегать начинает. Прости, все, я Джози. Блин, заказываю Додо пиццу. Джози, ну я бы не сказал, ну ладно. Сказала, ладно. Бля, мне игра сейчас поменяй язык, то я жестко. Давай, да. А, ты из-за корейского прыгнул. Надоел корейский, да? Только выучил корейский игровой монг. А на какой будешь менять? На русский.
А я думал, дальше развиваться пойдешь, типа корейский. Я думал, это Финаргот. Думал, он так типа говорит, ну Дину в это в размену выводим. Да, он это всегда говорит. Я тоже Дину в размену, на самом деле. Джози, если бы ты она еще не зарепортила. Джози, а знаешь, почему Дину не кикнули, когда за нее было 3 голоса? Именно после того, как тебя. А ты не проголосовал? Нет, после того, как выкинули Джози, его кикнули. Потом было 5 голосования. Я дождался конца раунда и скипнул. А у нас было 3-3. Хорош. А ты манешь. Джози, а если бы ты сказал бы, что ты при тебе Дина зарезала, и ты типа там был, и она пришла, зарезала, так бы мы выгнали бы. А ты сказал, что она пришла, ну, братан, я пришел. Не буду, что там по вебкам было видно. Я не понимаю, что по там веб... ты видел, что не видел. Я же не знаю. Слушайте, ребят, как думаете, сырок... Я на рандоме. Сырок просрочился 10 суток назад. Ну, вот этот вот творожный сырок. Можно его съесть или нет? Да, да, да. Куда не едешь в ближайшее время? Можно, если только это бою Александров. Ну, нормально, да. Нет, это самокат. Был. Ну, если кстати, F бою нарушала... Ну, я бы не... Александров прям... А когда ты гипс идешь снимать? Завтра. Ну, наверное, не стоит туда есть, можешь не успеть. Нет, все зависит от того, как сильно ты хочешь кушать. Насколько успешно. А ты съешь перед тем, как гипс снимать? Не-не-не, у меня еще есть тут... Ты же это на стриме будешь делать, да? Вот можно на стриме сырок тоже заодно скушать. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ребята, это отойду на полчаса. У меня тут еще есть йогурт. Добавь челлендж себе съесть сырок. Не-не-не-не-не-не. Ну я все-таки я съем сырок. Вот йогурт не буду, а сырок съем и посмотрим, будет что будет. А у тебя еще йогурт сильно сильно. Ну просто в холодосе лежал. Чисто на характере, да? Сколько у тебя лежал? 2 года пицца была. Нормально. Ну которая, не, ну которая замороженная. Ага. У тебя там еще и так, водка лежала год. Модератор, оформите, да, пожалуйста, поставочки. Такую гадость не пью. На пару минуток. Короче, я съем сырок, думаю, йогурт не буду, а сырок, наверное, съем. Слушайте, хотя может йогурт тоже съесть? Ну по сути-то это кисломолочное, оно уже кислое. Правильно? Там уже такие дружелюбные бактерии и все такое. Что там будет-то, а? Следующий кадр. Так. Избаш, Жозя. Что это тут закрывали? Клафайф скиллы кто стоял? Акасма подбежал. Сейчас убьют кого-то. Я так Алло. И знала, что кого-то убьют сейчас. Алло. Дина, а кто с нами был четвертый? Кто подошел? Ты, я, Финаргот и еще кто-то стоял. Потом Асмодей подошел. Я еще, я изначально с Финарготом. Мага изначально был, еще потом Асмодей подошел. Джози убийца. Джози не убийца. Это либо Джози, либо Дин. Я сразу говорю, мы можем вообще в очереди. Мы стояли в толпе, и я это либо Мага, Финаргот. Там еще Асмодей приходил. Смотри, ты тоже там стоял? Если... Я больше вас стоял. Я стоял, как хотел фейковать бензин. Можно сказать? Да. Свет можно пошел сказать. Ближе. Так подожди, можно а сказать. Я не убивал, да, что делать будем? Да. Ребята, Асмодей, ты пришел к нам? Давай. Да. Смотрите, короче, у меня есть теория. Это Дина, потому что она побежала направо. Я бегаю поправо, типа там сделал одно задание, второе, а Дины нету. Думаю, а зачем ты вправо бежишь, если ни одно задание не делаешь? Бегу а вниз. Что, если наконец это не удавшийся стоит... даблкилл? Смотрите. Наконец-то стоит Динка, Финаргот, по-моему, еще... Но я вроде больше никого не видел. Потом я ухожу на свет, оттуда выбегает Димон и бежит вроде бы влево. Вот, я думал, что меня Димон сейчас замаслит, и что свет погас, и боялся, немножко отбежал. Возвращаюсь, там никого нет на свету, и репорт. Вот, смотрите, мы, короче, я изначально побежал, я побежал в хранилище, оттуда выбегал без баш, и я потом встретил Финаргота. Финаргот побежал направо, побежал за ним в упор. В итоге Финаргот стал... Где труп? Можно Финаргот стал на месте, канистры. Я стал у него, подбежал Дина, и потом подбежал Джози, сделали килл. Я побежал, да, я побежал последний, я встал в твою кучку. Давайте Джози, а потом... Я встал в кучку, потому что боялся пойти в соло свет. Я думал, мы там встали, чтобы не потеряться, когда свет оффлайн. Не, ребят, я предлагаю сейчас никого не кикать, давайте просто помнить, кто был в этой куче. Лимкастик, что ты не на камерах? Точно Мага, точно Джози, точно я. То есть один из нас троих убил Финаргота. А скорее всего, двое вы хотели... Ну, либо... Дина, Джози, даблкилл. Даблкилл бы там вообще было не важно. Блин, если бы это был трейдер, он бы кикнул Дину, это Дина! А кто меня проголосовал? Кто меня проголосовал? Это я. Не обязательно. Я тоже. Ты? А еще кто? Ну, говорю, что убийца, но вы что? Мага еще? Нас надо по очереди выносить. У тебя 3 голоса прилетело. Ну, я и хочу узнать, кто был. Я на воле. Если хочешь взять отпуск, не обязательно рассказывать здоровьем. Да ладно, нет. Ребята, слушайте. Вот эти сроки годности продуктов, они на самом деле примерные. Это я сейчас себя успокаиваю просто, да? Да все будет нормально, ребят. Не парьтесь. Следующий кадр. Чатик, пишу вам с унитаза.
Ребят, еще раз, кто там был? Да, точно знаете, были. Кого-нибудь Джози, блин, кикнем. Дина, смотрите, блин. Был я, Джози, я был, Мага, я. Была Дина, и потом так, уже подбежал Мага, Джози, сделали килл. Это либо Дина. Джози, либо Дина. Мы Дина. Можем либо ты. Ну, или это неудавшийся даблкилл, и Дина зарепортила, тогда это остается Джози и Мага. Нет, без баш, без баш, без баш. Даблкилл, трейтерам не было там смысла делать. Не, я думаю, это не дабл, это просто типа ха-ха-хи-хи в толпе. Кто мне поставил голоса? Я поставил, потому что нас надо по очереди снимать, потому что между нами тремя один трейтер точно есть. Да, Джози, кто еще? Трейтера. Я. А третий? И... А можно узнать, Дина, что ты делала в прошлом раунде из заданий, а? Я бензин закачивала. Я сделала карточку и бензин закачивала. А зачем ты вправо побежала? Я просто так побежала вправо, ребята, передумала, пошла тип, влево. А вы слышали за бензин? Кто говорит, что бензин делает, тот трейтер обычно. Я тоже слышал, кстати. Блин, это правда. Не, смотрите. Можно узнать, кто третий меня поставил? Я, Асмодей, еще кто был? Джози, кто голосовал? И Мага. Давайте проверим теорию. Давайте проверим теорию, кто делает задание. Давайте проверим теорию, кто делает задание с бензином в самом начале, тот трейтер. Я честно скажу, я пытался фейковать его перед этим. Я когда увидел Асмодея, я только думаю, бля, чем заняться? Думаю, пойду фейковать бензин. А там толпа стоит. Не, я предлагаю сейчас никого не выводить и следить за нами тремя. Дима тоже там был? Я справа стоял от этой толпы. Я смотрел на это. Тогда там... Я видел, как выбегал ты, а зарепортил в итоге Бист. Это же Бист все... Нет, это я зарепортил. Это я зарепортил, потому что мы стоим такие в темноте. Ты мискликнула на килл! И я еще вслух говорю чату, мол... А сейчас не, тут я, точно я будет килл в темноте. Я стоял темно и я пачка людей. Вы офигели? Хорошо. Кровь, кровь! А с какой стати вы меня сейчас кикаете вообще? Мы кикаем теле с толпы вот этих. Логика не понятна. Мы всю толпу решили кикнуть, что ли? Чё, блин? Авдеич микро. Идите в жопу! Да я сейчас посмотрю, как они остальных двоих кикнут, ага. Я сижу там, толкаю теории, разбираемся, что к чему, они все уже в меня проголосовали! Так-так-так. Так-так-так. Где? Ну что, получается, не Джози! Стою около кнопки. Интересно, кикнут они вообще или нет? Я говорил вам. Хочу нажать на кнопку, короче, и тут свет вырубается, очень-очень-очень долго не чинится. Спускаюсь вниз, загорается кнопка репорта. Сейчас мы ездим, кто с кем был? Загорается кнопка репорта, и артист вижу. В смысле, Магу даже не предлагали. Я знаю, я видел, я бежал за кем-то в сторону. Три человека могли убить. Ой, в электрику. Я, Джози, Мага. Кто-то убил и побежал в электрику, и, видимо, винтак сидит. Кто вместе был? Кто бегал? Нет, я тебе, артист. В электрике не показывался ни один человек. В электрике не было никого. Постоянно бегал человечек в хранилище. Ребят, ваши ставки. Они проговорят вслух, что Джози был один из трех. Я говорю, я бегу, я выбегаю. Вот прям на пороге хранилища и вот коридора к электричеству загорается кнопка репорта, я вижу артиста и репорт. Я там был, я знаю. Я в артиста ставлю, артист урез, потому что не артист ушел, никто даже не вспоминает об этом. Мага со Смодеем были справа, артист ушел, ты должен быть... Мага, мы с тобой были в обнимку, или на электрике, или починить ее. Я не знаю тебя, но я хранилище забегал. Вы хотите при семерых хикать человека? Я сделал щиты, ты собираешь руки? Я не знаю. Я не собираю, я говорю инфу пока что. Я никого не обвиняю, я просто объяснил свою позицию, но люди в кастеру все равно. Асмодей, ты откуда прибежал? Я прибежал с навигации, бежал вниз. Мне навстречу прибежал вроде бы ты бежал. Короче, и развернулся, и побежал со мной вниз. Как будто, нет, как будто я на труп бежал. В хранилище. Ну, типа, в теории это может быть кастамага. Ну, вообще, а у вас было то, что мы трём стояли на этом. На Финаргосе, и в итоге убрали Джоси. Ну, Сеня, вы же человек, ну вы шо? И шо? Так мы же Дину кикнули. Она ж трейтер. Так не факт. Нет, факт. Как это происходит? Чат, что это было? Опа, запонка попалась. На всякий случай. Меня так что, кстати, снизу закрыли, со мной был Бист.
Свет починил мага, кстати, вот что. Но а во-вторых, что, когда я починил... кстати, не убийца, потому что в прошлом раунде мы простояли на кнопке. Все. Но прикол еще в том, что когда я починил свет, ко мне навстречу побежал бист, и везде двери закрылись. Бист бежал в мою сторону, и в итоге нажали кнопку. Мы пробежали мимо друг друга, и никто ни друг друга не убил. Вот теперь непонятно. А что, если мы с Диной перепутали? Вот если, например, Дина была мирной... Нет, ну если одно ты. Если артист был мирным, тогда одно... Дина была трейдером. Артист был мирным, потому что среди Дины и Джози был 100% один трейдер. Нет, я уверен, что артист трейдером был, потому что он бежал на камеру убивать в первом раунде меня, а потом участвовал в раунде было. Лев, мы с Виноргутом стояли только с Диной и Джози. Я бы кикнул файвскилла, потому что он был в толпе, когда было месиво. Я бы тоже, да, я бы тоже. Когда было месиво, он стоял в своей толпе. Я согласна. Да, он последний остался. Бист вспомнил. Заебал. Блять! Мага, это ты убил в хранилище? Да. Ну, ясно. А, так все-таки ты не успел. Я вернулся со мной, побежал на труп, правильно? Вы вспомнили об этом! Просто ахуеть! Я сам об этом говорил, что нас трое. Я только хотела это сказать, и Бис сказал раньше меня. То есть на предыдущем голосовании вы такие... Вы вообще этого не было. А кто первым трейтером был? Я ни одного килла не сделал. Да, это его сделал. То есть вы кикаете меня, потом Джози убивают, то есть это точно не я и не Джози, получается остается Манка, но вы все такие, нет, этого не было, это не происходило. Я случайно на Джози убил. Я не знаю, почему все уверены были, что Дина трейдер. Я не знаю. Я сижу там, распинаюсь, смотрю, у меня почти все голоса. А я встал в эту кучку, потому что страшно было, думал, сейчас пойду в электрику, там убьем. Я по рофлу встала. А я думал, вы там за ручки взялись, чтобы типа вас не убили, чтобы вы не потерялись. Артист должен был кирять, уже приготовился и уже хуярят. Артистам надо было кирять, потому что игра слишком сильно затянулась. Катя, отношусь к сетевому маркетингу, брат хочет меня туда встретить и смеюсь. Отрицательно отношусь, Rainbow Fox. Не надо туда залезать, ты чё, блин. Так, Жози, не надо туда в MLM, не суйтесь, ребят, зачем вам это? Куча возможностей, блин. Куча различных сфер. Так. Здравствуйте. Да. Лифкастер был обнаружен в самой правой части корабля, там, где навигатион. Вот там вот. Навигатион, да? Да. По дороге я никого не видел до навигации, мы только с Диной пересеклись, мы вооружены, и все. Там больше по дороге никого не видел. Вы можете много... Там винты были, скорее всего. Вы легко можете пересчитаться, потому что много людей было в админке, после чего кто-то побежал в электрику. Ого, давайте, это не я, не Джози. Кто еще? В админке. Так, ну я с артистом пришел в этот, на связь. Откуда ты пришел? Ну, со стороны админки, столовой. Просто вот Никитина не было, в хранилище его не видел. На связь, да, я починил. Он слева пришел или справа? Я за тобой, потому что пришел. Я находился вместе с Бешом на электричестве. И вместе мы были в админке, потом вместе пошли. Авдеич, а ты пришла откуда? Я там и Магу, и без Баша тоже видел. Авдеич, а поговори с столовой. В смысле, со столовой вниз спустилась, и все, и в админку пошла. Встала, смотрела. А вот Авдеич я не видел вроде. Авдеич, космодей со мной все время был. Она просто в конце пришла там на стол администрации. В теории, Дина могла убить и винтануться в оружейку? Она все может. Не, Дина очень сильно играет в эту игру. Но по факту Дина очень сильно. Дина на самом деле под базарием. Да какое? Я стояла, стреляла по метеоритам. А где у нас Биш был? О, по метеоритам? Трейдеры, поддержите мое ой, голосование. Ой, по метеоритам? Это ты зря сказала. Трейдеры, поддержите, я за Дину. Вы все в Дину уже проголосовали? Я скинул. В прошлый раз еще такое было. Дина тоже говорила, я в метеоритах, и она тогда ее убила. Хорошо. Короче, давайте по существу. А где Бист был? Я голоснул еще кто? Я. Да меня Финаргот. Он винтах, и... Ой, Финаргот. Не, меня без Баши и Файв видел. Я у электричества был. А, я не помню сейчас. Блин, надо выяснить, кто в меня поставил, кстати. Я тоже. Ха-ха-хи-хи, но... Предатели, скорее всего, должны были воспользоваться такой ситуацией. По рофлику подкикнуть. Не-не-не, Финн. Так. У меня двери закрылись, мне стало страшно, я нажал на кнопку, чтобы открыть двери. Это то, что из столовки было. Двери закрылись. Ну, когда предатель, то у тебя закрываются двери, да, без... Я бы все равно Дину выгнала. Да какое?
Вы прикалываетесь? Ну, потому что Дина сказала сама, то, что я в метеоритах. Там, скорее всего, были винты. Хотя, да, возможно, призналась. Давайте. Стойте, стойте, дайте. Не, просто уже такое было, когда тоже Дина говорила, что я в метеоритах, и в итоге она выиграла игру. Так Джози мимо меня пробегал, и он нашел потом там труп, Настя. Кто трое? Кто трое? Джози пробежал мимо меня и уже потом нашел труп по факту. Ну, я не знаю, там хватит тайминга, чтобы... Подождите, ответьте. Кто голосовал в Дину? Это уже пусть посчит... Я. Да, кто, скажите, кто голосовал я меня? Я голосовал, я в скип. Авдеич? Кто еще? Бист, по-любому. Ну ладно, ты меня раскусил, да, я и а, Бист, Бист получается трейдер. И Мага, и кто еще? Да я не мог, блядь, у электричества было. Ты голосовал. Мага, ты куда голосовал? Кто трейдер? Бист, второй трейдер. Нет. Я не слышу, что Мага говорит. Я сказал с самого начала, что один голосую, трейдеры поддержите. Так, Мага, Бист, Авдеич. Это, я стрим без стата открыл. Ну, голосы. Я думаю, что трейдеры бы могли... Там мирно написано, правильно, FiveSkill? Перемотай, да. Мы там еще пересеклись. А, слушайте, Безбаш и Финаргот, вы тогда видели Беста вот в первом раунде? Я смотри, я в самом начале с Безбашом пошел вниз, когда я видел начался раунд. В принципе, Беста можем открыть. Я тебя сам сейчас отправлю. Кого там Безбаш? Да, вот я тоже. Мне кажется, у Дина бы просто времени не хватило вентануться и сделать килл. Мы пошли вниз, я пошел на электрику, а Безбаш шел направо. Потом я пошел направо, они с потому что там прошел, там сколько стихов. Я в Беста, он что-то там мутит. Я в тебе сидел. Я в Беста. То есть, как говорят, что Дина, скорее всего... Нееее! Блять, Авдеич, готовь жопу. А за что вообще Беста кикнуть? Зачем вы кикаете? Почему меня видели? Когда вы убивали, файскил и Безбаш мимо меня прошли, блять, ребят, ну это не смешно. Ну не знаю, я это не сказал, потому что я трейдер. Я думаю, что Мага реально трейдер. Мне кажется, он... Я бы не сказала, что я трейдер. Что там? Мага Авдеич? Так, 99808. Смодей. Файв. Смотрите, я типа ушла, оставила их. А теперь возвращаюсь и там. Блин. А чё мага стоит? Ну, мои соболезнования. Там, а где ещё будем выгонять? Ну, нет, чего погоди, она же из электрики пришла. Ну, давай. Смотрите, где трупик? Где трупик? Смотрите, сейчас расскажу. Мы с артистом бегаем все время, пробегаем через столовку, спускаемся в хранилище, идем в сторону электрики. Закрывается хранилище. Из электрики, в электрике мы находим Авдеич, бежим налево, закрываются двери в нижний двигатель. Я бегу в обратную сторону, открывается хранилище, и прямо вот у входа валяется Джози. Ну и таким образом я бы сделала килл, когда его там нет. Поэтому я и говорю, что... Ну тогда поэтому я бы не хотела. Если бы на камерах был, то это Авдеич. Ребят, в начале раунда, короче, когда произошел саботаж, я пошел его чинить, со мной был Асмодей и Дина. Кто-то из них починил этот саботаж, в итоге Асмодей побежал наверх. Да, Асмодей побежал наверх, Дина убежала вниз, то есть в сторону хранилища. И потом прибежала обратно почему-то и побежала наверх в сторону Асмодея. То есть прошло достаточное количество времени, поэтому чики-пяу! А, то есть ты считаешь, что прошло достаточно маловероятно? Нет, я прибежала на щиты, сделала щиты, отсчитала еще 5 секунд, чтобы проверить, кто из вас кого может убить. Пришла, проверила. А где Асмодей сейчас был? Асмодей убежал. А, Мага, а что там стоял просто так? Ну, АФК-шел. А, ладно. В общем, починил я, значит, саботаж нижнего О2. Через столовую прошел сквозь мед, через верхний двигатель, чекнул камеры, там пусто, долблюсь сейчас в данный момент в нижний двигатель, в закрытые двери. А, ты с обратной стороны, типа? Да, я с обратной стороны. Окей, я думал, там труп. Тогда не Безбаш, не Авдеич, не я, не артист. Остается Асма, Мага, Дина, но скорее Дина. А куда Асма убежал потом? Я убежал через кафе вниз. Я подбежал к административке, увидел там... Да, ну, в плане на административку, увидел там... Да, и кто еще? Я в Дину ставил. Я не успел это расставить, я объяснялся. Мне интересно, где закончился путь Асмодея. Интересно, могли попасть с Бестом? Или нет? Да, блин. Коль интересно, то я расскажу. Давай. Вот. Короче, бегу я такой, да, чинить О2. Там Дина такая, побежала.
Вот, потом это, ну, там что-то сделал листья такой, думаю, пойду, я смотрю, мага стоит. А смотри, смотри, стой, 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 пожалуйста, извини, что перебил, может не оправдываться, я его стрим чекнул, он мирный. Давайте Дину просто уберем. Окей, ладно, все тогда, ну тогда Дину выбираем. Не, потому что Дина реально побежала вниз, а потом прибежала обратно ко мне. Не, я не стучу, она реально побежала вниз в сторону крыши. Ребята, как я и сказала, я дошла до щитов, сделала щиты и вернулась наверх к маге. Да какой баланс? Ребят, вы в курсе, что у нас, во-первых, какой баланс, во-вторых, сейчас... Дин, если что, я трейдер, я поэтому это говорю, я тебе честно. Да блин, может, мага реально, мага не умеет обманывать, может, он реально умеет. Да ладно, мага, кто с тобой? Блин, ребят, бля, вот это сказать не могу, потому что подведу очень сильно, вдруг вы сейчас... Очень сильно. Слушай, если ты подведешь очень сильно... Вы сейчас меня проголосовали? Да, 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 4 голоса, поэтому я признался. Я в магу поставил, он сознался. Я скипнул. Бля, я даже не о, знаю, о, мы выиграли! Делать. Если он скипнул, мы выиграли! Все. Вы прикалываетесь? Ну, если... Мага, если ты умеешь... Да я не ровлю! ...делать даблкиллы, то выиграли, да. Осуждаю тебя, Фенергот. Асмодей скипни. Я скип нажал, если что. Ой! А теперь кнопочку я могу! Пацаны, я пошутил! Так, я пошла чинить. Артист бежит от починки. Слышали этот вздох? Секунду, кто это может быть? Авдеич умерла. Стоп, стоп, вот нет, а теперь по факту. Если что, я не рофлю, значит Дина что, она вниз побежала. Теперь играем по факту. Это скилл только что при мне сделали. Я не увидел из-за вижена, я увидел кровь, подбегая там труп, а человек уже все убежал. Давай так, где? Прямо на кнопке. Этот килл сделал не мага. Кто починил? Я же говорил, что это Дина. Кто кнопочки? Кто? Блин, ребят, короче, признаюсь, я дистанционно сделал этот килл одной рукой, я чинила сейчас реактор, а другой убивала Авдеич. Вот видите? Давайте кикни магу, а потом фину и пойдем дальше. Давайте. Так не работает, извините. Я не буду больше с магой трейдером играть. Бля, сорян. Я представляю, как там фин горит. Понимаешь, тоже. Ну, сорян. Не, мага хорошо играл, почему? Можно по фану. Да вы меня почти кикнули. Да потом уже стало все понятно. Охуенный, охуенный фан в конце. Ну, сорян, сорян. Так до конца непонятно было, шутит он или нет. Да, я согласен. Чего мне кикать? Жом всем цепь. Кстати, Финаргот, не я смеялась, мага, мне было смешно. Спасибо. Оценили юмор. Я твоя фанатка, мага. Мне кажется, сейчас нас спин будет мучить. На самом деле, годы тренировок. Смотрите, мы сейчас чиним реактор, потом... Бля, ну пусть знает. С этими баллами такая дрочь. Люди за этих ставок так сильно горят, что... А в чем проблема? Просто выиграть. Зачем было вообще это говорить? А кто-то вообще смотрит на это? Ты неправильно посчитал голоса. Я, на самом деле, когда это сказал, после этого сразу понял, то, что если Дина сейчас поставит туда, то мы уравняем. Бля, нахуй эти баллы вообще? Раньше все было вот так вот, просто позитивненько. Раньше было лучше. Лучше? Да я не знаю, баллы что фильм бесится. Ёбаная. Вообще насрать на эти баллы, реально. Кто на баллах горит? Ты вообще меня в дечь кикнула на похуй. Типа. Да, вообще, пусть все просираются. Я вот 100 тысяч мяса просрал у Фина, да, и все. Я заруинил, сорян, Фин, сорян, чат, но на самом деле ситуация, когда они уравняли, она была реально смешная. Да душно, да. Конечно, это было клево. Че ты, блин, наберет? Особенно, когда ты меня кикнула, блядь, когда я, сука, был слева без баш, блядь, по какого хуя ты меня не видел? Я же мимо тебя пробежал. Я не знаю, но бывает такое, что я просто так тебе кикнула, я просто захотела тебе кикнуть. Это как люди... Бля, я посмотрю на... Авдеич, посмотрим на тебя, когда тебя кикнут, блядь, посмотрим, как у тебя жопа. Авдеич будет гореть просто. Бля, а я думал, что ты второй трейтер. Я стартую. Ну, типа, не того кикнули. Почему я третий раз подряд трейтер? Это вообще нормальная игра? О, кстати, тогда получается магу, нажмите на кнопку кикнем сразу. Бля, такого быть не может. Он четвертый. Реально, ну что такое? Иду по тропинке в голове, ля-ля-ля. Короче, видел, как Авдеич прыгала. Не меня по балансу, Левкастера кикнули. Почему? Зачем? За что? Я не знаю, но это надо сделать.
Нет! Все работает! Да, согласен! Не, ну если мага так сказал, я ему верю. Если мага так сказал, я тоже верю. Мага, мага, не, ну, я, да. Мага, я бист! Я умираю, и да. Меня сейчас кикают. Левкастер, мне нужно выиграть эту игру, а с одного меньше начать будет намного легче. Мага, мага, мага. Мага, ты опять что ли признаешься? Да. Сейчас смотри, мы делаем так, я голосую тоже, потом нажимаю на кнопку, и ты также говоришь за Авдеич, ладно? Хорошо, нет, за Авдеич нет, она потяжелая. Ребята, давайте поиграем. Я так умер, я молчал, меня тут убивают уже. Бедный Левкастер вообще. Все, Левкастер, спасибо за игру. Это последняя, кстати. Спасибо, пожалуйста. С вами приятно иметь дело. Федорков все равно отошел, можем поговорить. А он отошел? Мага, кто твой напарник? Я не смогу разговаривать. Можем посчитать. Бля, вот опять же могу подвести. О, сюда! Сюда! Вот если бы Авдеич не проголосовали. А я не голосовал Авдеич, кстати. Опа. Бедный Левкастер, ребят. Бедный Левкастер. Иду по тропинке в голове, ля-ля-ля, убиваю тебя. Не, мы не поиграем. Надо Авдеич в размен менять, потому что в нее кто-то проголосовал один. Мне надо меньше поддержать и проголосовать. Я сейчас бежал мимо меня Джози, был со мной артист, я делала квест, ты что ты ко мне пристал? Смотри, я вас никого не убил, это размен. Он хочет меня кикнуть в прошлой игре. Это называется размен в Левкастера. Нет, тогда уже размен без стати, да. А может магу? Послушайте меня. Я стоял у кнопки. Я тоже скипнул. Я без стати. Я тоже скипл. Я думал, я Беста поддержу, я поставил Авдеича. Нам нужно поддержать тех, кто голосовал один. Авдеич, а кто скипал? Поэтому кто мы скипал? Голосуем в Авдеич. Я не буду. Дим, давай на просто поиграем. Финергот, Финергот, да, ты скипал прошлый раунд. Скип, сейчас скип. А это после монолога Финергота, да? Такое желание проснулось чисто. Блин, я в артиста хочу. Стоп, Финергот, ты... Да я понимаю недовольство Финергота. Я тогда сама была недовольна, когда вы меня чуть не кикнули. Финергот, ты скипал в прошлом раунде, ты замечен. Фин, мы тебя не слышим. А что, пообсуждаем что-нибудь 50 секунд еще, че, не? Или короче, можно голосовать? Ребят, у тебя чуть, а меня... Слушайте, ну пока убийств город... нет, одно убийство давай, от маги давайте, только, давайте голосование. Давайте обсудим убийство Левкастера, да. Да. Где труп, где был? Где труп нашли? Видите, два человека голосуют. Кто вам Авдеич поставил? Мага. Я в Дину поставил. В космосе, по привычке. Ну, убийств и артист вроде как, я в нее в этот раз не голосовал. Ага. Иду по тропинке в голове, ля-ля-ля. Вижу тебя. Так, где интересно? Бей, стой так, стой так. Где? Слышно? Может приголубить Авдеич? Где, где? В толпе? Мага в толпе? Да. Опять мага в толпе? Ну да. А, нет, Мак, нет, зачем это ты это сделал? Это не я, вы уёбки! Это не Асмодей, не Дина, а где это произошло? Либо мага тэпнулся, либо без баш тэпнулся, я так и не понял. Не-не-не, стоп, а, это вот мне вообще показалось, это Авдеич. Мышка уже смотрите, на магу наведена. Смотрите, Финаргот стоял... Финаргот, ты тут? Финаргот, ты тут? Когда я только подходил. Да-да. Смотрите, Финаргот АФК, правильно? Правильно. А Финаргот потом ко мне нет? Подбежал Бист. Авдеич пересеклись. Я уже был в Финарготе. Подбежал Бист. Потом подбежал Безбаш вроде. Потом я Дина. Я до этого подбежал. Это не Дина и не Асмодей. Мне одному шли. Показалось. Мне одному показалось, что Авдеич тыпнула. Я починила Авдеич, свет, в электрике остался Дина, Джози. Дина, тебе одному а показалось, мы с Авдеич пересекались. Она бежала и из админки, и я в админку. Дина, ты ушла с толпы?
Я не была, я мимо прошла, и мы с Авдеевичем пересеклись. А, так это артист, или Безбаш? Артист или Безбаш? Я сказал, что дёрнулся либо маг. Мне одному показалось, блядь, что это Авдеевич. Да, одному тебе уже сказали. Это не Авдеевич. Это к этому трупу отношения имеет. Это либо маг, либо Безбаш, но просто Безбашу я меньше. Мне показалось, что мага вперед как-то выдвинулся, и как раз... Не-не, я... Мага, ты опять это сделал, как в тот раз? Не-не-не, ребят, на этот раз не сработает, потому что я уверен себе, я играю на мед. Не, можно кикать толпу. Мне показалась красная шапка. Давайте, подождите, 2 кила, и нам будет легче. 2 кила. Подождите. 2 кила, два кила? Давайте магу кикнем. Нет, стойте. Реально, давайте вот сейчас я за магу. Нет, это не мага. Я объясню. Точно ты уверена, Настя? Смотрите, смотрите. Не 100%, по-моему, красная шапка была. Смотрите, я объясню. Тогда это Безбаш. Я в Безбаша. Нас 8 человек. Эй! Мы втроем стояли толпе. Безбаша, давайте без Безбаша, по-моему, Безбаш. Я в скип пока поставлю. Ну, короче, один из артиста Безбаша и маги сделал этот килл. Не, знаете, что надо было сделать? Надо было, короче... Безбаша надо было сделать. Трейдеры не определились, магу или Безбаша? Вам нужно было просто 2 килла подождать, и потом было легче было кого-то из нас кикнуть. В принципе, мы можем троих выводить. Все, выводите их подряд, и все. Безбаш, год дубль сделаем. Надо смотря выследить и убить. Ой. А, вот что происходит. Ну, типа на электрике, да? Короче, ребят, у меня есть предположение. И это предположение Безбаш и Дина. Короче. Мы сильно Безбаша собирали. Безбаша и скиллом не было. Безбаша, это не артист, вот это меня поставили. Я, кстати, знаю, почему у вас модель так думает. Если что, я не побежала. Я думаю, что ты думаешь, потому что, типа, я не чиню свет. Первым это, возможно, Безбаш, а я не побежал на свет. Все они побежали в электрику, мне кто-то мешал свет. Я не побежал на свет. Ты не побежал. Я стоял в свету, и у меня тумблеры дергались туда-сюда. Кто на электричестве был? Я побежал в ту сторону, но я не пошла на свет, потому что я видела, как Безбаш пошел чинить. Артист, чтобы он меня не убил. Артист, ты куда уже проголосовал? Я Безбаша, Безбаша. Безбаша. Между мага и Безбаш точно один был, который был в толпе. Да, это Безбаш. А, это который в толпе килл сделали, правильно? Который в толпе. Да. Ну и мне кажется, что там только шапка была красная, сам человечек не был красный. А, красная шапка, так это артист тогда. Господи. Я с ребенком, если что, меня нельзя кикать, я с ребенком. Мадея было не найти. Артист в размен, пожалуйста, артиста нельзя спасибо. Было убивать. Мадея, нужно убрать. Они сейчас еще кнопку нажмут. А смотри, спецом, видимо, оббежал. Но он это правильно сделал. Ну, сейчас нажмут на кнопку в любом случае. Хорошо. У нас так, у нас еще кто-то погиб, да? Между Авдеич и Диной последний. Авдеич не может быть, потому что Авдеич говорила кикать Безбаша. Я сейчас время. Была на камерах, я видела... Когда выводили магу, я голосовала в Безбаша. Я тоже голосовала в Безбаша. Сейчас я на камерах видела, как Асмодей и артист стояли у дверей. А, ну так если Дина была на камерах, то Джози тоже. Джози, Джози не было. Джози при мне заходил на камеры, когда я поднималась через верх, зашла в мед. Джози не было на камерах. Я стояла на камерах одна. Ну что, артист, что делать? Ну, значит, он умер где-то в реакторе. Да я просто. Настя, на тебя уже были подозрения. На меня подозрения? Да, с первого раунда. Давайте в предыдущем раунде обсудим. Один окон побежал в предыдущем раунде. Я видела, что Безбаш пошел на электру, поэтому я сама побежала влево. Влево, да? Я... А где-то точно, там... подожди, я не подожди, могла а сделать... где-то там была Дина слева? На реактор пошла. Я не могла сделать килл, потому что я была в столовой весь Нет. прошлый для, раунд. Для меня остается только Настя, потому что я сама видела, что Асмодей и артист сейчас стояли у дверей в столовую. Так что для меня это только Настя, может быть. Слушайте, а для меня это Дина, потому что я бежал через левую сторону. И зачем убегать с электрики на реактор? Не знаю, странно. Ну, потому что человек его уже пошел чинить, какой у меня смысл? Ну ладно, ты если решил, давай. Я устал, я мухожук.
Что вы без меня делали, ребят? Хорошо, сюда, продолжайте в том же духе. Это было близко. Было близко. Ну, очень сильно помогло. Очень сильная информация помогла от Асмодея. Лев сидит и плачет. Да, там Асмодей хорошо сделал, что он обежал по кругу, потому что я пошла его искать, так как он был свидетелем того, что мы с Безбашом пошли в Электру. Но он оббежал. Я что, хи? Это я не дурачок. Да, мне встретился только артист. Артиста нельзя было убивать, потому что он был одним из подозреваемых в толпе. У меня есть одна проблема. Повезло, повезло. Ребят, у вас там, какая? Наверное, у вас там может быть 10 человек, я код спалила. Так давайте переделаем. Так... Да, переделайте. А вот, да, может, другую карту тогда я сразу. А давайте можно на полюс сходить, кстати. Финогар... Да, самолет? Человек с смешным ником. О, самолет? Лучше карта. Давайте полюс, я полюс сделала. Хорошо. Б. В самолете играет одна Авдеевич. Я тоже полетал куда-нибудь. Не, ребят, ну пока мы это стойно играем. Мага. Считаю, что мага лучший игрок. Я очень много тренировался перед этой игрой. Я сегодня пример решил. Предлагаю в конце сделать опрос на лучшего игрока. Я уверена, что выиграет мага. Я очень много тренировался. Смотри, подтверди. Ты лучший мага. Да, ну, я со дня, ты смотрел, да, не мой стрим, просто при примерах. Я видел, как ты делаешь уравнение. Ты, кстати, скинь ту, пожалуйста, игру или что это, я тоже хочу тебе. Давай, давай, это прикольно. Да, вообще, математика, это мой лучший друг. Особенно, когда там бомба взрывается. Мне кажется, Ильи Финаргот вообще молчит. Ну, есть такой, да. А почему? Мне кажется, что... Ну, его, наверное, убивают. Я думаю, что это повлияло я на это. Постесняется. Кстати, кто-то не зашел. Оставки же можно отменять, нет, кстати, или... Кто-то украл цвет Авдеич. Вор, кто же это мог быть, а? Авдеич, вор. Вор. Так. Ой, потому что видно, что Кена Воль не просто подарил сапку флешу, а подарил трехмесячную сапку, то есть сапку на 3 месяца. Это мой цвет.